Доури Грюзи. Опять я, Анатолий. Как зовут? Это не первый раз, я Саша. Саша. Александр. Готово. Стартим. Гора опять Кудеби. 3000 метров над уровнем моря. Вот. Ну и сейчас мы побежим. Готовы бежать? Да. Хорошо. Когда скажу раз, два, три, мы с тобой. Куда бежим? Бежим вот к этому по диагонали? По диагонали. Вот так мне становится бежит? Вот так мне становится бежит? Я разверну. О, хорошо. Ветер. Мне ветер сейчас не нравится. Сейчас ветерок пойдет, и мы с тобой побежим. Если ты уверена, что ты хорошо побежишь, я сейчас побегу. Ну, готов. Да? Ну, я не знаю, как я побегу. Я вот у нас на тренировке ты хорошо побежала. Если ты бежишь немножко быстрее, чем на тренировке, то хорошо. Главное продолжение и делать паузу между тягой и когда я скажу быстрее. Давай пока развернись, а я сейчас вдруг начнем. Да? Ну хорошо, давай. Расскажи. Покажи. Вот такой ветерок. Да, покажи. Ребята, стартуем! Вообще не страшно. Какая красота.
Серёжа, просто дичь, так ты весом накручиваешь, короче. Я красавчик, делаю видео. Да не надо скорость, не надо, не надо.